Добрый день. Любопытные приусоводы в работе 23, замена рулевой рейки. Рулевая рейка стояла уже китайская, видим, да, ее по пыльнику. То есть оригинальная выглядит немного не так, там контрагайка и шайба этот выкручивается сам вал. Ну, в общем-то, рейки в принципе со 120 королой идентичны, это куплено 120 королы, отличаются лишь диаметром валов. То есть вот приусовская рейка 14. Ох, через телефон не вижу. И короловская 16. То есть, а если ставить 120 королы вместе с промежуточным валом, то как раз это промежуточный вал, по которому была у Приуса отзывная компания. То есть они отличаются диаметром тоже. Наружная же часть идентичная, все это. Это они абсолютно идентичны. Вот так, может, кому пригодится. То есть 120-я, от 120-й королы рейка идентичная с приусовской, только промежуточный вал меняется. Еще вот здесь вот у меня машина недавно куплена, смотрите, стоят диски не оригинальные, какой захват у гайки, буквально три виточка. В принципе, даже видно и по гайке вон, три виточка, то есть она хватает, и все. То есть, когда гонитесь за красотой или что-нибудь там, судьба вынудила поменять другие диски, обращайте на это внимание. У штатной же вот такой вот захват. То есть вот она, рабочая поверхность гайки. Там она с юбкой, понятно. Хозяину обязательно скажу об этом. То есть вылет вот этот вот гораздо больше, чем у штатного приусовского. Это не есть хорошо, тем более гайки были тянутые, прям еле открутил, уже резьба потянутая, может быть, день в крутом повороте будет и обрывать, и срывать. Ну, все, спасибо за внимание.